безобразие. Ну, Степан Степанович. Да я вам сотый раз повторяю. Пока я здесь начальник, я всего этого безобразия, бардака этого здесь не допущу, я понятно? Не допущу. Степан Степанович. О, Господи. Вы сегодня очаровательно выглядите. Час от часу не легче. Свободен. Ну, на кого вы похожи? Ну? Вообще-то на маму. Ну, что такое? Ну, что опять не так? Вчера вам не понравился мой наряд. Вчера? Да вчера-то вообще было за гранью. Короткая юбка, обтягивающая блузка, вызывающий яркий макияж, какие-то чулки с блестками. Степан Степанович, лосины. Неважно. Нет, важно. Неважно. Важно. У нас солидное учреждение. Строгие порядки, корпоративная этика. Жесткий дресс-код, понимаешь ли? Ну, я не понимаю. Что это такое? Ну, сегодня же все по-другому. Что сегодня? Ну, что опять не так? Ну, все же, ну, посмотрите, ну, все солидно, все выдержано, все серьезно, все закрыто. Ну, все, вот, ручки закрыты, ножки, посмотрите, какие ножки, и закрыты. Ну, все. К одежде претензий нет. Вот. Приличная одежда. Ну, просто вспомните, Сидоров. Чтобы все-таки мужчина. Мужик ты, Сидоров, понимаешь? Мужик. Хватит дурью маяться.